Как работает конденсатор? Рассмотрим два режима работы конденсатора – заряд и разряд. Во время заряда конденсатор подключает к источнику питания. Так как больше всего места на электродах, ток зарядки будет максимальным. По мере накопления заряда ток будет уменьшаться и пропадет полностью после полного заряда. Диэлектрик, который находится между пластинами, препятствует прохождению электронов и ионов друг к другу. При зарядке растет и напряжение с нуля перед началом зарядки и достигается в самом конце максимального значения, которое равное напряжению источнику питания. При разрядке мы вместо источника питания подключаем нагрузку, тогда конденсатор сам становится источником тока. Отрицательно заряженные электроны движутся через нагрузку положительно заряженным ионом по закону притяжения между разноименными зарядами. В момент подключения нагрузки начальный ток по закону Ома будет равен величине напряжения на электродах, разделенному на сопротивление нагрузки. Время зарядки конденсатора напрямую зависит от величины его емкости. Время разрядки зависит от величины подключенной нагрузки. Чем больше подключено сопротивление, тем меньше будет ток разрядки. Все это легко определить с помощью закона Ома. В методе гидравлической аналогии, которую я очень люблю применять, конденсатор – это гибкая мембрана, вставленная в трубку. Мембрана растягивается и сокращается под действием потока воды, что аналогично заряду и разряду конденсатора под действием электрического тока. И на сегодня это все. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока, ребята!